управления диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, открыто со 2 июля 2020 года. Открывалось отделение на 2 месяца, сроком на июль-август, но в связи со сложной эпидобстановкой и в стране, и в области, и в городе Орске в частности, мы продолжаем работать до сих пор. Отделение было открыто изначально на 60 коек. С сентября увеличили мы численность населения до 70 коек. В настоящее время койки заполнены полностью, потому что в этот месяц, начиная даже с сентября, октябрь, и тенденция к ухудшению заболеваемости по Оренбургской области и Орску, и вообще в Восточном Оренбурге. На востоке области у нас обстановка не очень хорошая.